Рубрика «Репетиция блюд на новогодний стол» продолжается. И сегодня я готовлю буженину из корейки. Она получается сочной, нежной и безумно вкусной. Для этого я беру корейку, аджику, соль со специями, чеснок и растительное масло. В аджику добавляю масло, соль, чеснок. Все хорошо перемешиваю. И натираю этой смесью корейку. Упаковываю в пакет для запекания и даю промариноваться часа 2-3. Далее отправляю в духовку при температуре 180-200 градусов на 1,5-2 часа. Время зависит от размера куска мяса. Затем выключаю духовку и даю там мясу остыть минут 30. И буженина готова. Она получается ароматная, немного островатая, сочная и очень нежная. Замечательно подойдет к новогоднему столу. Приятного аппетита!